Привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами своими наблюдениями относительно того, как же одеваются немцы. У большинства жителей Германии главными критериями при выборе одежды являются практичность, доступность и, естественно, качество. Немцы считают, что прежде всего повседневная одежда должна быть удобной и максимально комфортной. Женщины в Германии предпочитают ходить в брюках и джинсах, свитерах оверсайз и блузках рубашечного покроя, также платьях, юбках, комбинезонах и шортах. Немки в платье или юбке – это редкость. Не соглашусь с этим однозначно, потому что они активно носят и платье, и юбки. Немецкая молодежь одевается стильно, модно и смело. Девушкам нравится ходить в коротких джинсовых юбках в сочетании с кроссовками или ботинками. Но все это должно быть практичным. На торжественные светские мероприятия, естественно, немки выходят в соответствующих нарядах. Но их кричащими и яркими не назовешь. В их одежде чувствуется особая сдержанность и лаконичность. Если описать стиль немок одним словосочетанием, это будет базовый гардероб плюс. В основном днем они одеваются в casual или sport casual, причем чем выше социальный статус, тем лучше одеты девушки в рамках базового гардероба. Одежда и аксессуары никогда не выглядят на них излишне ярко, кричаще или вульгарно. Немки в основном выбирают нейтральные цвета и скромные фасоны. Так много бежевого в разных сочетаниях не встретишь нигде. При этом надо отметить, что они действительно разбираются в цветах, которые им идут, подчеркивающих лицо и глаза. Большинство немок, обладая светлыми или русыми волосами и светлой кожей с розовым подтоном, не носят ярких цветов. На улице не встретишь диких сочетаний цветов. Основное правило, которым руководствуются немцы при покупке одежды, это соотношение цены и качества. Одежда, сделанная из натуральных материалов и, как в советском прошлом, функциональная и пошита на века, ценится очень высоко. Шарфик имеет право стоить 69 евро, если он изготовлен из натуральной ткани, и не должен так стоить, если это полиэстер, даже очень красивый и модный. Брюки, которые вы будете носить вечно, стоит купить за 200 евро. Украшения немки активно носят, но не массивные, как качественную бижутерию, так и золотые. Что же здесь носят все? Номер один в списке – это шарфы. Большие, маленькие, объемные, узкие, яркие, нейтральные – это излюбленный аксессуар, который присутствует в образе во все времена года. Дальше в списке – брюки чинос. Брюки вообще лидируют в гардеробе немок. Балетки, короткие сапоги. Объем, мятые фактуры, трикотаж. Одеваются многослойно. Правильный дневной отфит – это джинсы, скини, в том числе под кожу, топ под свитер или кардиган, куртка, шарф, сапоги. Если заменим джинсы на леггинсы, получим студентку. Проблем с лишним весом у большинства девушек и особенно женщин в возрасте нет. Они худощавы и тонкокосны. Пышки встречаются гораздо реже. Подавляющее большинство немцев занимаются спортом. Они катаются на велосипеде, бегают в парках, вдоль набережных, по улицах, ходят в зал. В фитнес-центрах мужчин столько же, сколько и женщин. Немки регулярно также посещают салоны красоты, делают маникюр, обязательно скромный.
эпиляцию посещают косметолога. При этом вставать утром на час пораньше для того, чтобы накраситься и уложить волосы, к этому они абсолютно не готовы. Но тем не менее, хочу добавить, что каждую субботу в парикмахерскую в нашем районе просто не попасть. Там очередь из пожилых леди делать укладку, после чего они идут на встречу с друзьями в уютный ресторанчик. Самое важное в женщине для немцев – это личностные характеристики и, возможно, богатый внутренний мир, которые важнее украшательства и гедонизма. Этому они учат своих детей. Демонстрация достатка здесь не приветствуется, при том, что уровень жизни здесь действительно высок, и по-настоящему обеспеченных людей много. Женщины в Германии практичны и самостоятельны. Они платят за себя в ресторане, делят поровну затраты с супругом и не пытаются откровенно понравиться мужчинам. Большинству немок в поведении и одежде не свойственно ни кокетство, ни намеки на излишнюю женственность. Немки очень осторожны. Днем макияж либо не наносит совсем, либо используют натуральные цвета. Ногти покрывают легким нейтральным лаком, но самый большой враг немок – это каблуки. Немки очень любят носить комбинезоны, как длинные, так и короткие, трикотажные, льняные, шифоновые, джинсовые. Большим спросом как среди молодежи, так и среди людей постарше пользуются блузы или рубашки из льна мятой текстуры. Кружевная отделка одежды тоже очень популярна, но когда всего в меру. По моим наблюдениям, одежда с вышивкой тоже очень популярна, как блузы, так и платья. Немки очень любят штаны светлых оттенков. У каждой в гардеробе найдутся снежно-белые и бежевые брюки, и это независимо от возраста. Не могу не упомянуть кожаные куртки, косухи, которые есть почти у каждого и у каждой разных цветов. Немцы умело сочетают их как с джинсами и майкой, так и с ситцевым сарафаном или шифоновой юбкой, снежными балетками, сапогами или кедами. Шорты носят все возраста, как полные, так и стройные. Молодежь носит свои любимые короткие джинсовые. Существует такое мнение, что немецкого стиля как такового нет. Но не могу сказать, что немки не любят себя украшать. Они всегда в поиске чего-то эксклюзивного, нестандартного. Часто их можно встретить на блошиных рынках или базарах Митмейт. Даже повседневный наряд будет дополнен чем-то нестандартным, подчеркивающим их индивидуальность. Пусть это шарф, сумка, браслет, очки или ботинки. И если немка едет в отпуск в какую-нибудь экзотическую страну, она непременно оттуда что-нибудь эдакое экзотическое привезет, будьте уверены. Ну, на этом все. Надеюсь, мой видеообзор вам понравился. Пишите комментарии. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Это поможет для продвижения канала. Всем пока!
The mission is